Акция посвящена памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Каждый должен помнить тот ужас, который перенесли наши дедушки, бабушки и наш народ. Главная цель акции, чтобы каждый помнил об этом чудовищном преступлении, в результате которого погибло почти половина нашего народа. Мы просим людей уделить немного времени и опубликовать на своей странице Facebook, Instagram фото, по возможности старое фото родного человека, депортированного в 1944 году из Крыма.